Здравствуйте, я Елена Смирнова и продолжаю мониторить проект Bizcoin. Значит, вернулись все мои сатошики с пакетов на MineBalance. Стало у меня 2270 вместе с просмотренными кошелинками. Я уже всю рекламку просмотрела. ПТС 10 штучек было. И мои пакеты вернулись. У меня было 2020 сатошек. Вот. Значит, давайте перейдем, посмотрим мои пакетики. Так. Все отработано. Вот, смотрим history. И все мои пакетики отработаны. Видите? Было активен написан. Активно. Теперь все отработано. Вот, готово и все. Сколько у меня пакетов было куплено. И все пришло на MineBalance. Значит, таким образом, что мы делаем? Мы поинты переводим на баланс, MineBalance. Значит, у кого есть комиссионный, комиссионный тоже. Все на MineBalance переводим. С MineBalance переводим на Purchase Balance. Так. Так, вот на этот баланс. И уже с этого баланса мы покупаем наши пакеты. И таким вот образом наращиваем себе сатошики на вывод. Значит, у меня 2000. Сейчас я переведу, что у меня. 11 поинтов и 80 комиссионных. Значит, нажимаю деньги. Перевод. Так, поинты у нас. Поинты. Так. У меня 11. Поинт на... А можно сразу на Purchase Balance? Нет, я на MineBalance. MineBalance. У меня 11 поинтов. И я делаю перевод. Так. Поинты, MineBalance. Когда переводить будете, очень все внимательно. Не дай боже, что нажмете без возврата. Возможно, что будет. Потому что у нас так было уже и в Миллионер Фокс, и Синерджи Трафик. Так что надо быть очень внимательным. Так, значит, что я перевела. Стало у меня 2490. Теперь я комиссионный перевожу на MineBalance. Смотрите, комиссионный где... Или вручную, или вот так аккуратненько копируйте вместе с нулями. Так, деньги. Перевод. Значит, что я делаю? Комиссионные. Комиссионные. На MineBalance. Вот, MineBalance и комиссион. Эту сумму я стираю. И нажимаю перевод. Все переведено. Так, сейчас обновится страничка. Так, и у меня 2570. Все, я все перевела. И теперь я по новой покупаю себе пакеты. Значит, иду инвест, план. Так. А, ребят, тороплюсь. Это еще надо перевод сделать на Purchase Balance. Теперь что у меня? MineBalance на Purchase Balance. Вот у меня. Теперь я копирую свою сумму аккуратненько с нулями и перевожу. Так, эту сумму. Так, Purchase Mine. Значит, я вставляю сюда сумму. Так, и нажимаю перевод. 2570 у меня на Purchase Balance, на этот перевод. Все, я перевела. Теперь могу покупать пакеты.
Так, все, у меня 2594. Так, далее что? Нажимаю «Инвест», «План». И вот план 1. Вот, 101%. Я покупаю на этот, на план 2. Здесь покупка у нас что? От 100 тысяч, но еще денежек, как бы, сатошиков маловато. Покупаем план 1. У кого уже достаточно, как бы, сатошку, можете покупать уже в план второй переходить. У меня же пока мне рано. Значит, что? Так, вот с баланса я буду переводить. Сейчас я поставлю на паузу, куплю пакетики и продолжу. Так, я перевела все, как бы купила эти пакетики. У меня 25 пакетов должно быть. Осталось у меня на балансе 94 сатошинки. Значит, заходим в историю и смотрим. Вот мои пакеты. Вот это отработанные. А это вот активен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, мы пометим. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 пакетов. У меня куплено 25 пакетов. Опять денежка с процентами вернется на майн-баланс. И завтра я опять по новой буду уже покупать больше пакетов, правильно? Как бы все это с процентами, все вернется. Вот. И вот таким образом будем работать и наращивать на вывод. Вывод, по-моему, от 20 тысяч. Не помню, сколько вывод, но вроде так. Значит, ну что? Вчера было не зайти с Гугла, как бы не защищено было. Сегодня я вот без проблем с Гугла зашла в кабинет. Я вчера писала, мне вчера партнеры писали, что им не попасть в кабинет. Вчера я, мне тоже было не попасть, я заходила с оперы. Вот. Сегодня без проблем. Админа в чате почему-то нет. Ни вчера не было, ни сегодня. Вот. Я ему писала, тишина, в случае чего я буду, если повторится, буду опять ему писать. У меня текст скопировала. Очень долго я текст писала, чтобы слова сформулировать. Вот. Потому что переводчик гоблинский и ужасно. Вот, чтобы текст не потерять, я этот текст сохранила. В случае чего. Ну что, значит, подводим итоги. Все. Мы меняем на майн-баланс. Майн-баланса переводим на фуршазы. Покупаем пакеты. И так ежедневно наращиваем себе денежку на вывод. Ну и, естественно, просматриваем тут по 10 ПТСинок, этих кошлинок, рекламок. Ну и смотрим, как бы, рекламку, и еще плюс нам поинты добавляются. 5 поинтов – это 100 сатошиков. На этом буду заканчивать. И у меня есть на канале плейлист по проекту. Так, вот мой канал, мои контакты ВКонтакте. В Google я не нахожусь, в Твиттере тем более. Так, ВКонтакте, Фейсбук нажмете, будут вопросы, пишите, стучитесь. Skype я оставлю под видео. Вот, нажимаем плейлисты, и вот мой плейлист, нажимаете сюда, и все плейлисты, короче, все видео, все вопросы, если возникнут. Возможно, вот посмотрите видео. Это тоже я сюда занесу. Видео. Так, далее что я еще хотела сказать. Есть скайп-чат у нас. Чтобы не работать в одиночку, создан в помощь друг другу. Стучитесь, добавлю в скайп-чат. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.